И всем привет, дорогие телерадиозрители. Сегодня я покажу, что случилось с землянкой спустя больше, чем полгода. Так, вот я уже подхожу к моему замечательному месту, где моя землянка. И вот я нашел куст хрена. Вот. Так, я иду дальше. Я знаю, у меня долгое время не было видосов, потому что я не знал, что снимать. Если вы знаете, что мне можно снять, то напишите в комментариях. Так, сейчас, когда я подойду к землянке, тогда включусь. Вот тут стежка к моей землянке, ну, потому что я к ней часто хожу. Вот. Вот здесь три колеса вместо трубы. Так. И вот тут что заросло. Вот здесь яблоня та, которую я пробовал в том году. Вот, моя крыша уже обросла. Вот. А землянка сейчас засыпана песком, потому что из-за жары здесь сохнет земля, и она сыпется внутрь. Потому что даже сегодня 35 градусов тепла, даже больше. Вот. А внутри тоже все засыпало. Что я тут брал? Глину, так сделал такой вот... такую вот штуку. Здесь глина просто была, я ее раскопал, и осталась эта полка для этой кружки. Все, здесь много комаров, долго здесь находиться не могу, выхожу. Так. Вот моя дверь из мешка. Но она, конечно, обгорела, потому что я когда-то зажег костер в самой землянке. Вот даже яблоки. Я даже сам о них не знал над землянкой. Когда они соспеют, я обязательно попробую сниму это на видео осенью. Вот здесь еще много яблок. А кому понравился видос и моя землянка спустя полгода, даже больше, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.